Ой, у меня 17 выходить, и сегодня, да, сегодня, чуваки, у нас каникулы начались. Уже учеба закончилась, и будем отдыхать 3 недели у нас тут. Потому что карантин еще вот, да, у нас школа закрыта теперь на карантин. Так, мы сегодня играем в Castle Crash, у нас, видите, тут крепость нежить есть, да, то есть я уже в эту игру уже 2 недели вроде бы играю. Ну, долго уже играю. И у меня тут, кстати, очень много... Ну, этих, даже не знаю, как назвать, бойцов. Видите, вот это все бойцы, да? Вот, видите, сколько их много. Вот, особенно есть этот вот. А, тут у каждого есть свой уровень. Есть УР 3, УР 1, то есть это уровень, да? И, значит, это прикольно выглядит, на самом деле. Вот, сломает центр мира, вот. А король скелетов. Вот, у короля скелетов есть первый уровень, атака 113, здоровье 999. Дистанция ближний бой, скорость 5, уровень скелетов 6 и количество скелетов 12. Да, ну, да. Давайте пройдем 4 боя и закончим, потому что, ну, видео может быть такое будет. Немножечко такое маленькое. Ну, там 6-7 минут. Так, прокачано. Да, здесь еще вот такие сундуки есть с сокровищами. Классные. Так, ну ладно, поехали тогда в бой. Еще сам Глюк тоже играл в эту игру. Ну, потом скачал эту игру. Мне она понравилась. Прикольно, кстати. В смысле? Давай, давай, давай. Я что, зря начал? Во, поехали, давай, да, давай. Так, у нас тут еще есть клоун. Такой вот прикольный. Это типа шут. Так, наш соперник уже начал войну с нами. Да, он этим вот, ну, молотом, или как там. Ну, короче, вот этой штукой бьет всех, смотрите. Опа! Да, он, конечно, не очень мощный, у него только первый уровень, конечно. О, это у нас вроде как голем. Да, это голем. Такой мощный. Головой своей бьет. Здесь у нас вот такая вот пиратка. Она. Блин, пипец! Тут мощные. Наверное, чуваки, мы проиграем. Жалко. Есть еще такая игра, какой Crash Royale вроде, или Clash Royale. Да блин, они обалдели вообще уже. А, мы проиграем, походу. Блин. Вы офигели. Они все крейзи. Они просто крейзи. Шут, спасай. Давай, спасай. Эх, жалко, мы сейчас проиграем. Да ты издеваешься. Блин. Минус 18 кубков. Блин, это не очень просто. Кстати, помните, в 1 марта будет день рождения моей мамы, да? Там еще была анимация там. Какая-то вроде бы. Что-то мы против Darkness там. Не знаю, какая серия. Может, 11-я была. Помните, я вам говорил, что там будет 2 ролика, типа. Анимация и влог. Ну да, конечно, влог не получился, потому это не из-за того, что я вас обманываю, типа. Не, ни в коем случае. Потому что бывает такое, что не получается делать ролик. Вот хочешь сделать ролик, а не получился. Вот реально. Потому что было очень много народу, и это было бы невозможно. Было много детей. Да. А... Блин, сейчас... Блин, почему у них так много бойцов? Ну, ё-моё, мы сейчас опять проиграем. Мы проиграем. Блин, неужели я буду так проигрывать все время? У меня жон столько бойцов. Надоело.
Вот вам тоже бесит такое, что вы постоянно проигрываете. А, господи. Начались каникулы. Но очень печально начались. Да сдохнет наконец. А, господи, почему их так много? Типа, у него больше этих вот кубков, и типа он сильнее. Да, конечно. А, надоело. Погибните. Ну, ё-моё, я опять проиграл. Это, чуваки, невозможно. Я хоть кого-то убью, наконец-таки. Ну, то есть, выиграю. Что-то бывает такое, что у меня... Бывало такое. Так. Блин, почему так долго всё? Почему их так много? Я не знаю. Пипец какой-то. Ну ты хоть помоги. Наконец-таки. Неужели мы сейчас выиграем? Ах ты демон, а? Изыдень. Вот так-то. Это типа как война этих вот, ну, нечистой силы. Мы, конечно, мы не будем, конечно, использовать стрелы, потому что они... Что их можно стрелять только, ну, рядом со своим замком, да. Ну, наконец-таки, хоть кого-то убил. Победа. Жалко, что нечисто, потому что если твой замок никто не разрушит, то если никакого урона не будет, это типа называется, ну давайте, вот. Давайте, в бой. То это называется чистая победа. Правда, не знаю, конечно, когда эта игра вышла, вроде 2 года назад еще. Напишите в комментариях, это какая игра вышла раньше? Clash или Crash Royale? Или же Castle Crash? Потому что эти две игры очень сильно одинаковые. Там просто вот башни вот всякие нужно... Ну, там война этих башен, а тут война этих замков. Ха, у нас вон сколько их. Блин, да вы издеваетесь. Ну, хоть сейчас я выиграю, пожалуйста. Кстати, у нас уже были там оценки за четверть, правда, просто почти везде тройки. Но по биологии у меня там 4, по литературе 4 и по этому. По какому еще предмету у меня 4. Бля. По какому же предмету у меня 4 еще? Опять же я проигрываю, ну ё-моё. Давайте этого клоуна. Буду звать его клоун. По какому предмету еще у меня? А, по этому. По физике у меня еще 4. А по информатике 5. Ну это благодаря моему однокласснику Ехимцу Никите. Потому что если бы не он. Так что спасибо ему большое, конечно. Ё-моё! Как говорил Ралли. Вообще нубас! Что вы такие дерзкие? О, господи. На, сейчас у нас уже видео заканчивается, да? Ладно, давайте мы на этом закончим. С вами был Хайс.
А подписывайтесь, ставьте лайки, жмите колокольчик. Да, мы только одного убили. Мы только один замок смогли завоевать. Да, что-то как-то сложно стало. Да, даже не знаю, как назвать это видео. Ладно, давайте на этом закончим. А, всем пока.